Дочка, я дома. А вы знаете, что такое настоящее счастье? Это когда в очень жаркий день можно выпить кружечку очень холодной воды. А может, и мне чашечку нальете? Генчик, а ты что здесь делаешь? Ну как? Вы мне сказали репетировать у себя дома. Ну вот я у себя дома репетирую. А, так это ты здесь живешь? Репетируешь, ча-ча-ча, молодец. Репетируй, ча-ча-ча, как я учил. Я, наверное, домой приду. Это я с собой захвачу, мало ли по дороге в горле пересохнет. А ты репетируй, репетируй. Репетируй, да. Лиза, не звони мне больше. Лиза, а с тобой потом поговорю. Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме. А тебе напомнят, а тебе. Знаете, что такое настоящее счастье? А тебе? Это когда в очень жаркий день можно прийти домой и выпить кружечку холодной воды.